Работы по ремонту дорог, финансируемые программой «Безопасные и качественные дороги» в Кирове выполнены на 63%. С одной стороны, это высокий показатель, с другой – недельная динамика повышения темпов работы у подрядчиков значительно разнится, отмечают специалисты. «Кировтрансстрой» за неделю увеличение 58-72%, АБЗ «Оричи» 0%, ГДМС 3,05%, РТП 3,22%, ДВИАТ «Автодор» 5,52% и техносервис «Комплект» увеличение пока 0%. Хорошую динамику на протяжении всего сезона показывает «Гордурмастрой», говорят специалисты. Объектов у него много, но успевают сдавать в срок. Сейчас у этого подрядчика в работе 5 дорожных участков. По одному из объектов этого улица милицейская оставить только съезды. На 4 объектах ведется полноценная работа. И ремонт улицы Комсомольской вчера только приступили, там еще полный набор. Ну, то есть круглосуточно, бригада в день, бригада в ночь, без остановки. Я вот смотрю, у вас проблемы с ЧИМА, то есть реально нет инертных, да? Нет инертных на верхний слой. Какая перспектива? Да, нормальная перспектива. Отгружены? Вся укладка осталась по ЧИМА порядка 5000 тонн. Это 3500 фракционных щебней в дороге, в пути. С кировчан могли выбрать пример подрядчики «Заезжие». Самым проблемным объектом уже 4-й месяц остается дорога Киров-Русская. Еще в конце июня представители Московского агентства развития перспективных технологий раздавали обещания о наращивании темпов строительства и качестве работ. Но к сентябрю энтузиазма в интонациях у подрядчика поубавилось. Темп укладки снизился. Будем так говорить, мы уже в течение этой недели укладываем только во вторую смену. Вы для показухи выставили второй асфальтоукладчик, да? На три дня, а потом его сняли. То есть вы читали конкурсную документацию? Внимательно читали? Вы соизмеряли свои возможности? Ситуация с ремонтом дороги на Русской взята на личный контроль и главой региона Игорем Васильевым, и руководителями города Кирова. Ну, ваша нерасторопность, наверное, или непонимание, что ли, этого вопроса остроты. Я не знаю, там, в принципе, что вы будете делать. Мы вам улицу на Русской вы должны завершить в соответствии с контрактом и с тем качеством, которое мы требуем. Если мы этого точного графика завтра не получаем, в понедельник мы начинаем работу отдельно от вас, вместе с правительством по ускорению работы. Если графика завтра не будет, значит, в понедельник мы будем отдельно собираться, отдельно с вот этим графиком спрашивать. На сегодняшнее утро из 61 улицы, вошедшей в программу «Безопасные и качественные дороги», было отремонтировано 45, на очереди была 46-я. Перед дорожниками администрации города поставлена задача завершить все работы по проекту до 1 октября.